Facebook. Давайте посмотрим, что нам предлагают британские авиалинии. Такой мешочек. Здесь у нас имеется наушник. Чёрточки выгодные. Карты выгодные. Да. Пакетик, для... где вы можете положить денежку, для благотворительности. Также здесь в основном классе нам предлагают одеяло. Обычно подушечка. Подушечка вылетела. Вот она. Даже все хорошо. Так, система развлечений. Что у нас развлечение? Уже включено оно. Здесь можно выбрать фильм, телевидение, ну, музыку, что-то для детей. Очень интересно. Так, ну, как раз, так, выбирать фильмы, я так понимаю, все-таки это не сенсорный экран, а вот здесь. Мы можем выбрать, здесь вот у нас меню. Так, ну, давай выберем сейчас фильмы. Фильмы можно выбрать. Новые. Ну-ка, давай выберем новые, посмотрим, что у нас будет, какой выбор. Анна Каренина. Можно выбрать каждый день, можно выбирать самому, смотреть то, что хочешь. Вот так. Очень здорово. Кармашки у нас находятся. Что у нас находится? Журнал, да? Это duty free магазин, duty free журнал. Ну и журнал авиалиний журнал, там можно почитать, что будет интересно. Сейчас будем лететь в британские авиалинии. Какой-то Boeing 747. Такой вот он прикольный самолетик, двухэтажный. Жалко, нам на второй этаж нельзя подняться. Было бы очень интересно посмотреть. В эконом-классе тоже неплохо, очень даже хорошо. Нужно отдохнуть. Итак, мы продолжаем наше путешествие на британских авиалиниях. Наш самолетик. Пролетаем еще пока я по России летим, за Украину. Через Украину мы летим. Сейчас нам принесли покушать. Посмотрим, что нам принесли. Здесь нам сказали, у нас будет курочка. Ой-ой-ой. Такая горячая курочка. Чем, по-моему, она у нас должна быть картошкой. Ага. О, упала.